пошла за вдохновенным мальчиком Димой, который, как и вы все, мечтал о встрече с Дедом Морозом и Снегурочкой. И все бы было хорошо, если бы не... А впрочем, смотрите сами. Мама, мамочка, ну можно еще немного поиграть? Дима, пора спать. Дедушка Мороз любит только послушных и добрых детей. Только к ним он приходит в Новый год и дарит подарки. Мамочка, а мы с друзьями приготовили тоже для Деда Мороза и Снегурочки подарок. Можно я его тебе покажу? Но уже поздно. Мамулечка, ну мы быстро. Эй, ребята, бегом ко мне. Я вам всем рассказываю, что я не слышу, я вам всем рассказываю, что я не слышу, я вам всем рассказываю, что я не слышу.